Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Ну что, поплыли за этим светлячком. Было бы хорошо, если бы в этих водах не водились какие-нибудь чудовища. Налево. Я, кстати, даже его уже обогнал. Давайте подождем. И что-то под водой. Блин, печально. Ай ты, блин, эхидна. Только, пожалуйста, ничего не делай с лодкой. Не повезло. Так, опять. Опять летит. Обалдеть, посмотрите, сколько их. Блин, не смей разрушать лодку. А, я, кстати, приплыл уже. Великолепно. Отвали. Отвали, тебе сказал. Получи, 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 ой. Так, стоп. Это мы все возьмем. Да, ничего такой остров туманов. Туманники здесь. Хотя по-другому как-то они называются. Есть. Так. И с этого. Отлично. Продолжаем следовать за светлячком. О, какой-то домик. Светлячок остановился у этого домика. Надо туда заглянуть. Закрыто. Есть там кто? Зараза. Я не причиню вам вреда, откройте. Накрылась наша конспирация. А ты кто такой? И чего тут ищешь? Меня зовут Геральт, а вы кто такие? Это тот самый ведьмак. Я слыхал балладу про него и чародейку. Как бишь ее? Цыц! Йеннифер. Чародейку зовут Йеннифер из Венгерберга. Во-во-во-во-во! Ее отцы мечут молнии, а сердце как глыба льда. Как же там было? Клянусь бородой своей матери, возьмите себя в руки, ребята. Эй, ты, за дверью! Ты Геральт? Я правильно говорю? Да, Геральт. Послушай, Геральт, поговорим о деле. Мы пережили кораблекрушение. Нескольких моих ребят сожрали какие-то твари, пока мы, наконец, не укрылись тут. Этот остров полон опасностей, так что не удивляйся, что мы тебе не доверяем. На этот остров обычным путем не попадешь. К
Кораблекрушение — необычный путь. Да перестань уже. Ты же отлично знаешь, что он имеет в виду. Азия! Я объясню. Плыли мы как-то за Скеллиги в Новиград. И Ферин скупил у капитана магического светлячка, который вроде как знал дорогу к спрятанным сокровищам. Что-то затянулся ваш рассказ. Давайте уж договоримся как-нибудь. Если это демон, он сейчас попробует нас провести. Я не демон. Я могу доказать, что вам нечего бояться. Это как же? Если я найду ваших друзей, вы поверите, что я вам не опасен? Боюсь, отыскать их будет непросто. Сколько их было? Трое. Ива, Гаспар и Ферранс. Этот ваш, его. Где его искать-то? Этот кретин уперся, что должен обыскать пещеры на востоке. Я не сумел выбить эту мысль у него из головы. Но вот где-то там ищи. Где искать Гаспара? Он сказал, что мы не можем просто так сидеть и ждать спасения. Взял фонарь и говорит, мол, поднимется на вершину горы, будет корабли высматривать. Куда пошел Ференс? На запад. Вроде там есть какой-то корабль. У Ференса руки просто золотые. Если бы кто и смог его починить, то только он. Постараюсь отыскать всех троих. До свидания. Я рад, что ты все правильно понял. Ну что, начнем, пожалуй, с этой стороны. Справа. Так, это у нас очередные эхидны. Я так понимаю, да. Сейчас будем с ними биться и используем телекинетический удар. Иди сюда. Иди сюда! Крита тебе! Теперь я только успеваю отлететь. Хорошо получается. Это, кстати, гарпии. Это не эхидны. Но мне кажется, надо их убить. И потом идти дальше. Хотя мог просто пробежать. И не трогать их. Есть. И, наверное, последняя остается. Иди сюда. Отлично. И убить. Все. Здесь мы закончили. Давайте подберем. Перья гарпии. Еще перышки, яйца. Так, теперь вниз. Здесь срезать. Так, тут, может быть, тоже стоило бы срезать. А ну-ка, давайте попробую. Так, 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 тихо, тихо. Да. Вон он, тот чувак. Так, а что, если я к нему просто подойду? Или мне все-таки надо освободить его от этих водниц? Шикарно! Так, мутагенчик. Ну чё, друг? Человек? Ха! Ты даже не представляешь, как я рад! Я встретил твоих друзей, давай слезай! Добро! Уже спускаюсь! Ха, вот повезло-то! Знаешь, об одном только жалею! Разбился. Зараза. Не повезло. Так, ну что ж. Пойдем искать дальше. Так, а, подождите. Вот здесь еще можно срезать. Так, блин, хотя, наверное, зря я сюда побежал. Фак. Ну ладно. Думал, что так получится быстрее.
Посмотрим, что здесь. Как бы на туманников не напороться. А, вон они. Да-да-да. Так, обходим их стороной. Вот здесь есть какое-то место. Что тут? Нифига, это же... Черт или как его там? Обалдеть, обалдеть. Ух ты, блин. Как мне не повезло. Да. Ну что ж. Давай, 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 давай. Упал я. Так, еще одну ласточку. Хорош. Давай, поднимайся. Нам надо выжить в этой схватке. Отлично. Ошеломление. Не ясыть. Так, крита словил. Есть. Да чтоб тебя. Пытался сбежать от беса. Неудачно. Блин, как бы меня... Этот бес сейчас здесь не нанизал. Да ёпрасете, а! Он еще и лечится. Есть. Отходим. Ну тут бой, конечно, сразу не задался. Отойти. Отойти. Так, ну у меня есть шансы. Все. Фух. Победил. Прикольно. Один из трех пропавших. Скверно, что он умер. Ну что ж, остается третий. Так, бежим сюда. А, подождите, надо же помедитировать. Да, все. Восполнили все запасы. Так, здесь опять придется бежать вдоль берега. На ту сторону. Как-то нужно перебраться. Здесь спуститься вроде можно. Но опять же, надо сделать все так, чтобы не разбиться. Так, здесь подымешься? А, нифига. Очередные твари. Так, сундуки, да. Сундучок есть. Гребаная кочерга. Вообще на каком-то острове. Получай. Есть. Так, бежим дальше. А, здесь вообще придется плыть. Еще 80 метров. Давай, поплыли. Здесь задерживаться не стоит. Нужно просто отсюда убираться. Аккуратно. Так, 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 выбираемся. И бегом отсюда. Так. Здесь бы как-нибудь выбраться, нет? Давай, 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 получится! Черт! Сейчас, подождите. Отлично. Ну заберись ты, блин, наверх, отлично. Так, нам вот в эту башню надо попасть. Итак, тоже есть какие-то сундуки. Правда, очередной хлам. Что ты мне показываешь, потаскуха? Эй, вставай. Брысь, мужик, иди спать. Вставай.
Что? Что такое? Ну, ты еще кто? Я Геральт. Кто вы вообще такие? Рабинник и компания. Оценка недвижимости и страховка организации массовых мероприятий. Меня зовут Гаспар Суттер. Для друзей Соня. Я спал даже во время той бури. Жалко, что столько народу погибло. Может, ты видел сероволосую девушку? Здесь? Нет, не видел. Я вообще мало чего вижу, потому что сплю часто. Твои друзья просили, чтобы я нашел тебя, Ференса и Иво. Боюсь, они умерли. Иво окружили какие-то твари, я сам видел. А Ференс, я слышал, как он кричал, ужасно кричал. А потом зарычало чудовище. Идем в хату. Если что случится, я тебя в обиду не дам. Жалко, ребят, да что ж поделаешь. Пойдем. Только я должен предупредить, что страдаю нарколепсией. Это такое... Знаю я, что такое нарколепсия. Буду тебя будить. Вот и ладно. Пойдем быстрее. Опять засыпает на ходу. Давай, чувак, не останавливайся. Давай, 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 бегом. Так, вот они опять, эти твари. Скорей же. Есть. Так, это далеко не убежит. Шикарно, блин, в ответочку я, конечно, получил. Очередная эссенция чудовища. Так, ну что, будем нашего чувака. А, нет, он не спит. Ну что ж, тогда бегом. Побежали. Гаспар. Да блин, опять. Сейчас я вырублюсь. Спокойно, спокойно, нет. Ладно, будем. Проснись. Сейчас. Еще минуточку. Вставай. Гаспар. Пойдем же. Ты что-нибудь знаешь об этом острове? Почти ничего. Скорей, скорей! Его нет ни на одной карте. С заколдованными островами так часто бывает. Думаешь, он заколдованный? Это единственное, в чем я уверен. Так, не спать. Давай, скорей. А, опять кто-то летит. Это очередные гарпии. Ну что ж, будем защищать нашего Гаспара. Так, не совсем та способность. Э-э-э, ты чё? Есть. Убито. С этой что делаем? Надо ждать. Все. Пойдем. Поднимается? Не засыпает? Блин, сглазил. Ты сильнее меня. Прости. Проснись. Сейчас, сейчас. Я не сплю. Ну, двигай. И ты что делаешь на этом удивительном острове? Ищу кое-кого. Здесь? Так уж вышло. Не хочешь рассказывать? Не слишком. Все, прибыли. Я привел вашего друга. Правда?
Пусть дед зовется. И спи. Я не сплю. Это Гаспар. Отойдите, я открою дверь. Гаспар! Что-то ты мутный! А что сразу мутный? Не выспатый я. Что с остальными? Одного я нашел у логова монстра, он был уже мертв. Второй на моих глазах упал со скалы и свернул себе шею. Холера! Рабинник велел мне присматривать за этим засранцем. Это был его племянник. Благодарю за помощь. Прости, что я тебе не доверял. Эх, все-то у нас наперекосяк. Что нам теперь делать? Вы можете вернуться со мной, у меня здесь лодка. Но сперва я должен кое-кого найти. Сероволосая девушка? Да. Мне очень жаль. С дороги! Она холодная и не дышит. Мы ничего не могли сделать. Подождем у лодки. Видишь, не все уроки Весемира пропали зря. Ведьмак может забыть поесть, попить, даже подышать, но никогда не забудет позаботиться о своем мече. Ой, правда, он это все время повторял. И не надоело ему. Что это была за тварь? Что, какая тварь? От которой шрам над левым глазом. Он свежий, я его не помню. Это на память от Куралиска из Спалы. Очередной в моей коллекции, говорить не о чем. А твой неплохо затянулся. Авалак готовил для меня специальные мази. До того, как его поразило проклятие. Интересно, где он сейчас? Мы сняли с него проклятие. Он в Каэр-Морхене и ждет тебя.
шутишь? Нет, над этим ты бы шутить не стал. И это... Это отлично! Какой приятный подарок! Ты доверяешь ему? А Валакху? Он еще ни разу меня не подвел. Ни разу. Почему, собственно, Авалак тебе помогает? Обычно знающие не в восторге от людей. Здесь дело не во мне, а в моей силе. Впрочем, как и всегда. Авалак пытался научить меня контролировать силу. А еще он следил, чтобы я не попала в руки Иридина. А что нужно Иридину? То же, что и всем. Моя сила. Его собственному миру грозит гибель. И Иридину пришла в голову гениальная мысль – завоевать наш. Но сам он, конечно, с этим не справится. Ему нужна армия. Только вот принести сюда тысячи Аэнели его навигаторы не смогут. А ты сможешь. Именно. А если я при этом умру, что ж, жертва будет не напрасной. Как вообще получилось, что ты начала путешествовать с Авалакхом? С тех пор, как я оставила вас с Йен на острове Яблонь, Иридин и его красные всадники все время шли за мной по пятам. Я бежала от них сквозь разные миры, и однажды охота меня едва не настигла. И тогда абсолютно из ниоткуда вдруг появился Авалак. Он нашел портал и перенес нас в мир, где Иридин не мог нас выследить примерно полгода. И в каком мире вы прятались от Иридина? Ты все равно не поверишь. А ты попробуй. Там у людей в голове металл, а воины они ведут на расстоянии при помощи чего-то вроде мегаскопов. Ну и никаких лошадей. Зато у каждого воздушный корабль. Ладно тебе. Я же говорила, что ты мне не поверишь. Ах, надо было там остаться. Тогда зачем ты вернулась? Я думала, что дикая охота сбилась со следа, что я в безопасности. И потом я хотела вас найти. Тебя и Йеннифер. Ты искала нас, а мы тебя. Иногда мне казалось, что я отстаю от тебя всего на шаг, а иногда... что я хожу по кругу. Неудивительно. Часто я просто летела, не разбирая дороги. Ну тогда расскажи мне, как все было, по очереди, с самого начала. Как только мы появились на Артскеллиге, Иридин сразу нас нашел. Его красные всадники нас окружили. Я думала, это конец. Но оказалось, что у Иридина другой план. Он вытащил филактерий и распечатал его. Вдруг все окутал туман, и Авалак начал задыхаться. Тогда Иридин и наложил проклятие, которое превратило Авалакха в уму? Да. Он не хотел его убивать, только унизить. Но Авалак не сдался без боя. Он наложил какое-то заклинание и просто разметал бойцов охоты. А заодно половину леса на Артскеллиге. Это дало нам время для бегства. Авалакх открыл портал, и я прыгнула туда. Он должен был пойти за мной, но, видно, из-за проклятия что-то пошло не так, и он не успел. Так или иначе, мы договорились, что если вдруг что-то пойдет не так, то мы встретимся в его укрытии в Велине. Но вы так и не встретились. Я прошла через портал, но вместо убежища Авалакха вывалилась посреди кривоуховых топий. Я едва сбежала от ведьм. Потом был барон. А ты знаешь, что он взял меня на охоту и что я убила кабана мечом? Слышал. В общем, это вышло случайно. Мне вообще не хотелось ехать на эту охоту, но глупо было отказываться. Я не взяла никакого подходящего оружия, потому что не собиралась им пользоваться. Я просто ходила по лесу, дышала свежим воздухом и вдруг услыхала странный звук. На тебя напал кабан? Угу. Здоровый, как тур. И бросился прямо на меня. А у меня был только меч.
Ты отлично справилась. Люди барона до сих пор вспоминают. Они простые солдаты. Я с ними хорошо ладила. Жалко, что пришлось оттуда бежать. Но я не хотела натравить на них дикую охоту. Потом я знала, что проклятие набирает силу. Поэтому вместо того, чтобы искать Авалак, решила найти тебя и Йен. А как вышло, что ты попала к ублюдку-младшему? Я не могла вас найти, а мне надо было починить филактерий. Обычные ремесленники мне бы не помогли. Тут был нужен очень сильный чародей. Лютик посчитал делом чести помочь мне. Организовал встречу с каким-то чародеем. Но оказалось, что это ловушка храмовой стражи. Он мне ничего об этом не рассказывал. Наверное, не хотел тебя расстраивать. Потом мы узнали, что стража постоянно устраивает такие провокации, чтобы поймать тех, кто сотрудничает с чародеями. Стало понятно, что придется искать другой способ. Тогда Лютик сказал, что в Новиграде есть человек, который может больше других, и что наверняка у него есть и выход на кого-то, кто починит филактерий. Ублюдок-младший. Угу. У меня было подозрение, что это не лучший замысел, но я была в отчаянии. У меня просто не было выбора. Предчувствие тебя не обмануло. Вы нашли не лучшего союзника. Этот дубина, ублюдок-младший, вбил себе в голову, что мы его обманули и похитил Дуду. А вы его отбили и бежали на храмовый остров. Отличный план. Да не было у нас плана. Мы просто помчались, куда глаза глядят. Я даже не заметила, что стражники загоняют меня в ловушку. Просто в какой-то момент я поняла, что должна исчезнуть. Немедленно. И перенеслась на Скеллиге. Побережье Хиндерсфьяля было первым приятным местом, которое пришло мне в голову. Когда-то мы плавали там с Хьялмаром. То есть ты случайно там оказалась? Я думал, вы условились встретиться там с Авалаком. Нет, он просто почувствовал, что я использовала силу. По тому же принципу Иридин может чувствовать, где я. Впрочем, именно поэтому он вскоре появился там со своими всадниками. И снова все понеслось очень быстро. Лафотен, нападение охоты, побег. А потом все, что я помню, это сны. Что тебе снилось? Потому что у меня последнее время были одни кошмары. У меня по большей части тоже. В одном из них тебя подкарауливал монстр, который вырос из мертворожденного ребенка. Это ужасно. Но были милые вещи. Например, мы сидели у огня, пили хорошее вино, а вокруг танцевали и смеялись люди. Это и правда гораздо приятнее. Но все равно заканчивалось в какой-то башне. Что бы мне ни снилось, в конце я все равно входила в башню. Знаешь эту башню? Знаешь, где она? Не знаю. Мне кажется, нет, но с другой стороны, было в ней что-то знакомое и поразительное. Она была суровая и мертвая, но я чувствовала, что должна войти внутрь. И ты вошла? Нет. Всегда все заканчивалось поисками входа. А в последний раз вместо башни я увидела твою седую голову. Если бы не этот шрам над глазом, я бы подумала, что это все еще сон. Я боялся, что ты умерла. Я встретил здесь краснолюдов, которые пытались тебя будить. Они говорили, что ты ледяная и не дышишь. А все-таки ты пришел. Ну кто станет слушать краснолюдов? Кстати, они, должно быть, уже заждались. Надо идти. На берегу ждет лодка. Потом поедем в Каэр-Морхен верхом. Верно. Лучше путешествовать общепринятым способом. Хотя через портал было бы быстрее. Это моментально привлечет Иридина. Лучше не рисковать. Кроме того, я терпеть не могу порталов. Сука. Слушай, надо что-нибудь придумать.
знают, где мы. Они найдут меня. Они уже нашли. Забери нас домой. Привет, маленькая. Цири! Как же ты похорошела. Что стоять? Пойдем поздороваемся со всеми. Вы ничуть не изменились. Все. Такими я вас и запомнила. Что? Сестричка! Те, кого ты просил о помощи, уже здесь. Авалак отдыхает в башне. Ему все еще плохо. Нечего тут стоять. Заходите внутрь. У нас не слишком много времени, вот-вот появится дикая охота. Я рад, что ты здесь, Трис. Благодари Йеннифер. Это она меня пригласила. Позже будет время для разговоров. А пока идем внутрь. Нам надо все обсудить. Так, может быть, с Трис? Да. Или с Йеннифер поговорить? Ну что ж, мы идем внутрь. Ты знаешь, вот здесь, к тому же, есть бронник. Посмотрим, какой у нас 24 уровень. Ничего себе, это Золтан. Все инструменты прихватил. Я подумал, что перед битвой нужно будет наточить мечи и заклепать доспехи. Хорошая мысль. Спасибо, Золтан. А еще я собираюсь изготовить мое особое средство – махакамскую смесь. Очень хорошо взрывается и очень помогает при осадах. Можешь что-нибудь сделать для меня? Ясное дело, если у тебя есть схема. Ну, то есть, чертеж, да? Итак, 24 уровень. Это легкий доспех, броня 150. Нам понадобится янтарная пыль, пластина и шкура драконида.
Что ж, у меня есть несколько идей, где это все можно раздобыть, не покупая что-либо в его лавке. Так, разберем, наверное, это рубиновая пыль. Так, осколки. Аметистовая пыль. Может быть, это? Нет. Так, а здесь сок. Бред, конечно. Так, ладно. Спускаемся к мечам. Вот, пожалуйста. Получается пыль. Так, здесь слитки. Так, ерунда, ерунда. Ну что ж. Разбираем, наверное, этот меч. Да, хотел бы разобрать этот меч ни в коем случае. Так, а это вообще можно все продать, наверное, за приличные деньги. Итак, еще поговорим, но мы сейчас отсюда никуда не пойдем. Так, нам нужно прежде всего поставить новый меч. Вот он. И теперь снова обратиться к Золтану. Слышно? Можешь что-нибудь сделать для меня? Ясное дело, если у тебя есть схема. Так, все есть. Итак, снова в разборку. Вот сюда. Так, там еще надо будет достать камень. Но быстрее, быстрее, быстрее. Вот так. Да, хотя бы одна янтарная пыль. Получаем камни. Заходим в лавку. И теперь продаем вот это все, что нам не требуется. Сапоги. Эти тоже. Кочерга. Так, вот эти штаны. Рубашки пока пусть остаются. Итак, наконец, ремесло. Холсты. А, подождите, не то. Вот здесь. Три холста, две шкуры и одна пластина. Ну, плюс одна янтарная пыль. Надеюсь, запомню. Итак, сейчас переходим сюда в меню. Так, одна янтарная пыль. Шкура. Блин, да вы что, смеетесь? Одна шкура. Обалдеть. Так, темная сталь. Пластина из метеоритного серебра. По-моему, столько. Сейчас проверим, да. Ну и где мне теперь взять вот эту шкуру? Офигеть. Ладно, сейчас у меня, в принципе, есть идея. Еще поговорим. Позже. Сейчас мы просто отойдем и снова к нему вернемся. С этими ребятами можно побеседовать? Да, с Хьялмаром. Спасибо, что прибыли. С рождения мы готовились встретиться с тенями из Морхега. Мы убили великана. Ребята, а что за книжка у вас? Поглядим. Так, вот она, книжечка. А, это мы уже по-любому читали. Да, что-то подобное помню. Итак, еще раз пробуем беседовать что с Золтаном. Слышно? Что слышно? Можешь что-нибудь сделать для меня? Ясное дело. Так, поехали. Итак, нам требуется лавка. Ну, блин, нет, просто так не появляется. Эх, обидно, конечно, что с этим доспехом ничего не получится. Может быть, что-то можно разобрать. А как насчет, например, моего старого доспеха? Вот, например, вот этого. Придется снимать. А, можно еще... Ё-моё, можно же попробовать еще самому сделать. Если, конечно, у меня есть соответствующий чертеж...
Так, по алхимии сейчас сразу проверю. Можно сделать синий мутаген. Так, здесь улучшенная бомба. Масло против вампиров. Что еще? Отвар из куралиска. Ремесло. Итак, несколько холстов. Ниже, ниже. Требуемые ингредиенты. Только кузнецы могут это делать. Хорошо. Здесь хитиновый панцирь. Можно приобрести хитиновый панцирь тогда, получается, да? Да, что-то я прям тут совсем застрял с ним. Можешь, я, конечно, прошу прощения, но, видите, здесь не получается вот так вот просто сделать то, что мне нужно. Итак, делаем три холста, насколько я помню. Один, два, три. Так. Теперь приобрести хитиновый панцирь. Да, он, кажется, есть. И как раз три штуки. Приобретаем. Опять же, ремесло. Так, ну пожалуйста, сделай, а? Да чтоб тебя, требуется уровень подмастерья. Да, не получится. В принципе, можно было бы куда-то отправиться. А может быть, здесь есть кто-то другой, повыше уровнем. Итак, вставляем камни. Большой рунный камень. Вот сюда. И тоже большой камень. Все, в принципе, я готов. Осталось проверить наше оружие. Заточить. Это кто? А, это Мышавур. Анаир. Месимир. Волк. Валанда. Не хотят со мной беседовать. Найдем каких-нибудь других собеседников. Она одна из нас, Геральт. Мы не позволим ее забрать. Ну что, получается? Чертова рухлядь. Она немногим младше Весемира. Ладно. Эскель. Здравствуй, Волк. Да, Волк. Вернон и Бьянка. Благодарю, что приехали. Не за что. И, кстати, ты, кажется, забыл меня пригласить. Лучше не извиняйся, Геральт. По дороге она уже все высказала мне, и ее немного отпустила. Нас, правда, будет так мало? Главное не количество, а качество. Ведьмачий подход. Он оправдан при охоте на чудовищ, но не в настоящей битве. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Мы пойдем. Я хочу получше осмотреться. Осматривайтесь. Но меня беспокоит, конечно, то, что я не могу сделать легкий доспех. А кого мы здесь еще могли пропустить? Здесь, похоже, никого и нет. Заходим тогда внутрь. Нам нужно устроить совет. А, нифига себе. Иллюзия. Хочешь порадовать дикую охоту? Женщина делает макияж только за тем, чтобы порадовать себя. Хорошо, что ты здесь. Рада тебя видеть. Я думал, ты будешь раньше. Сначала я вообще сюда не собиралась, но потом передумала. Почему вдруг? Есть вещи, которые женщина не должна объяснять никогда. Чародейка в особенности. Оставь в покое мои вещи.
Ну как, нравится тебе Каэр мой?